50 лет кузницы талантов. Свой юбилей отметила единственная в Орехово-Зуевском районе детская музыкальная школа в городе Куровское. Поздравить преподавателей и учеников с праздником пришли главы администрации и другие почетные гости. Отмечала юбилей детской музыкальной школы, как и положено, концертом. Коллективы, ансамбли, вокалисты школы показали, какие знания и умения получили за время образования. Сегодня в школе открыто 13 отделений, где воспитывают будущих музыкантов. О том, что вы все профессионалы в своем деятельности, говорит такие вещи, что 70 учеников за это время стали музыкантами. И в этом году лауреатом премии губернатора «Рядные дети» стал, по-моему, я не путаю, Иван Якименко. Поэтому что хочется вам пожелать? Во-первых, творческих успехов. Во-вторых, талантливых учеников. И просто обычного человеческого счастья. От главы Орехово-Зуевского района директору музыкальной школы был вручен сертификат на приобретение системы звукоусиления. Этот праздник не только для нашего города, но это праздник всего района, потому что преподаватели музыкальной школы – это всегда была гордость. Это особая каста. Ваши ученики – это всегда элита, интеллигенция нашего города. И, конечно, на день рождения принято приходить с подарками. Мы вручаем сертификат на 200 тысяч рублей на приобретение установки «Пластик на ком». С поздравлением к педагогам и ученикам музыкальной школы обратился глава города Олег Филиппов, который вручил сертификат на приобретение оргтехники. Начальник управления культуры, спорта и молодежи Татьяна Москвина также пришла не с пустыми руками. Вот такой в этой сумочке видеокамера по заказу Михаила Евгеньевича и коллектива. Будем теперь все смотреть на видео. За 50 лет школа воспитала и продолжает воспитывать лауреатов и дипломантов международных, всероссийских и областных конкурсов. А сам коллектив работает целеустремленно, стараясь сохранить лучшие традиции классического музыкального образования.